Только через знания приходит успех. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Клейн. И сегодня я вам расскажу об одном интересном способе увеличения количества подписчиков на канале YouTube. С какой целью, спросит кто-то? Подписная база имеет очень большое значение и напрямую влияет на уровень вашего дохода. Это информация о ваших подписчиках. Если вам нужно увеличить число продаж, то с помощью YouTube-канала вы сможете решить данную задачу. Если у вас большая база ваших подписчиков, то увеличиваются ваши продажи, соответственно, ваша прибыль будет постоянно расти. Ваши подписчики первыми получают ссылки на ваш видеоконтент, и вы непосредственно в этом не участвуете. Система сделает за вас всю работу автоматически. Итак, я сегодня вам расскажу об одной интересной кнопке, переходя по которой человек непременно подпишется на ваш канал YouTube. Когда вы продвигаете в соцсети свое предложение, люди, конечно, интересуются и переходят по вашей ссылке, но не каждый нажимает красную кнопочку «Подписаться», то ли в силу лености, то ли по другим каким-то причинам, может быть, не хватает мотивации, и мы должны подтолкнуть человека. Как же нам перевести зрителя в подписчики? Итак, чтобы перевести зрителей в подписчики, существует вот такая ссылка. Скрытая кнопка. Эту ссылку я поставлю под своим роликом. Для этого, смотрите, здесь логин канала убираете, а вставляете вместо нее вот что. Выделяете в верхней поисковой строке свой канал YouTube. И вот здесь после слова «Шанель» и такая-то наклонная палочка, копируете хвостик, вот этот копируете на мышку, копируете и понесли на эту ссылку. Убираете логин канала, вопрос оставляете и вот наклонную линию. И сюда между ними вставляете свою ссылку. Вот она получилась. Вот она. Я ее сейчас отдельно выделю и поставлю здесь. Вот, получилась у нас вот такая длинная ссылка. Видите? Но в таком виде ее оставлять как-то нельзя, я думаю. Нужно все-таки ее сократить. Для этого существует много всяких сервисов. Ну вот, я пользуюсь кликером. Есть другие сократители в Гугле, Bitly и еще ряд. Я пользуюсь этим. Добавить еще одну ссылку. Значит, вставляем сюда, кликаем и вуаля, вот она. Копируем. Наша ссылка сократилась до приличных размеров. Вот такая. Видите, какая красивая ссылка? Ссылка на канал YouTube. Теперь, когда вы будете давать ее в соцсетях, человек будет переходить по ней, попадать на ваш канал YouTube. Вот сюда. Но весь будет затянут такой пеленой, а посередине будет стоять кнопка «Подписаться». И прежде чем перейти на какой-то ролик, который интересует вашего зрителя, он вынужден будет нажать ее, только потом откроется интересующееся видео. Вот таким образом мы делаем такой хитрый шаг конем, и все наши зрители становятся автоматически нашими подписчиками. Все ссылки на сократитель ссылок, на установление кнопочки такой, я дам под этим видео. Если для вас моя информация интересна, подписывайтесь на мой канал YouTube, ставьте лайк, пишите комментарии. И до новых встреч, дорогие друзья!
Только через знания приходит успех.